С приходом весны на полях республики начинается горячая пора. Аграриям нужно успеть вовремя подготовить почву к севу, чтобы получить хороший урожай зерновых и овощей. Одними из первых в республике на сев кукурузы вышли работники КФХ Байрамукова. С раннего утра техника безостановочно работает в поле, чтобы к вечеру засеять 63 гектара пашни. Всего же в этом году здесь планируют отвести под кукурузу 900 гектаров, а зимую пшеницу 760 гектаров и под подсолнух 100 гектаров земли. Алик Аскербиевич на сегодняшний день один из первых, кто решился посеять кукурузу, потому что планируется на территории Ногайского муниципального района сев кукурузы где-то числа 20-х. Николай Макушкин работает механизатором 35 лет. Все теплое время года он постоянно в поле, начиная с пахоты и заканчивая уборкой урожая. Свободного времени в страду у Николая практически не бывает, но несмотря на тяжелый труд, свою работу он любит. Работа мне нравится. Люблю работать на комбайне, на тракторах, ну, заниматься землей. Сейчас погода аграриям благоприятствует, поэтому с каждым днем темпы полевых работ будут только нарастать. Ведь от того, насколько грамотно и своевременно они будут выполнены, зависит урожай, на который можно будет рассчитывать осенью. Радима Киут, Заур Лиев, Архыз 24.